Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game, и я вот понятия не имею, что это за набор сейчас откроется, как бы это не мой аккаунт, да, какой-то виповский, это что это такое, потому что подарки какие-то раздавать, что это было, я вообще, в общем-то, короче, не знаю. Так, ну, да и ладно, у нас здесь, короче, есть свои причины. Так, а ну-ка, где у нас тут наборы продают? А почему здесь нету вот этой штуки? Так, а где же это было? Вот когда я заходил, был здесь вот красненького цвета вот иконки динозаврики были. В прошлый раз они были синими, сейчас они красные. Почему их здесь нет? Ух ты, так красиво крокодильчик нарисован. Красиво оформлены. Надо хоть картиночку сделать. Вообще шикарно нарисованы. Люблю такие картинки. Люблю красивые картинки, ребят. Так, новости. Так, нет. Давайте еду соберем. Дают, бери. Так, ну что, ладно, давайте пойдем сразу смотреть, что у нас тут идет. Так, сдвиг ледников. Но меня интересует два боя. То есть, ну, есть битва за деньги в этом аккаунте. Здесь это делать не надо. Здесь все есть. А вот бой ради боя здесь мы провести можем. Так, и у нас здесь шунозавр, горгозавр и стигемолох. У нас, в общем-то, ну, приоритет в травоядных. Так, кем мы будем побеждать? По атаке, пожалуйста, сортируйте. Нам. Так, блин, ну тут пахи, конечно. Давайте, мы давно не сражались пахи голозавром. Кстати, они да по атаке отсортировались, они очень далеко. Но они от этого хуже не стали. Так. Давайте остапозавра возьмем Индоминуса. Я думаю, мы должны затащить такой командой. Хотя, если суммарно посчитать, то количество жизней и удара команда противника будет существенно сильнее. Ну, накапливаемся. Но Гарго сейчас как выйдет. Ой, как пятерочка сила удара. Нет, молодчинка ты наш. Ну, давайте на три проатакуем. А он за два нас... Ай-яй-яй-яй, мы сейчас... А, я его пробил, но он сейчас пробьет нас. Ему два удара хватит. Бонус 40%, у него 10 тысяч. Ну, как раз 13 тысяч он нас и пробьет. Обидно даже. Ой, нет, не обидно. Очень даже хорошо получилось. Один балл на невнимательность. Бедный горгозавр. Так, Стиги. Прикольный динозавр. Jurassic World Alive. Да, его братики, всякие дракорексы. Там вообще просто шикарные обилочку имеют. Так, ну ладно, давай мы тебя съедим Индоминусом. А нет, не съедим. Точнее, он съел нас. Да, он сейчас изи-бизи пробьет. Очень легко пробьет, но мы остапозавром должны его добить. Нам 3 балла хватит. Крупный план. Заглянули прямо в глаза стигемолоху. И 1, 2, 3, 4, 5. Так, первый бой за нами. Идем дальше. Зухариптер, Эудиморфодион и Мастодонзаврион. Давайте вот так вот просто по приколу. Не глядя, несмотря на то, что там амфибия есть. Давайте, мы должны затащить. Хотя мы, вы думаете, типа, а круто, взял три индораптора. Да фигушки там. Мы слабее, моя команда слабее команды противника.
У них, как видите, жизни больше. Сила удара плюс-минус такая. Еще и мастодонзавр есть, который имеет бонус против нас. Да, это печалька, кстати. 4-4-8. Он меня, наверное, за 2 пробьет. Ну, теперь это уже не важно. Да, наверное, не буду даже защищаться. Будет прикольно сейчас. Но сейчас тренинг-раптор вообще могут даже легко проиграть. Но нам вообще конкретно повезло. Он как какой-то дурачок атаковал нас. Блин, ну у него, по-моему, 2 было балла. В смысле в том, что он раз, она один раз ударила, мог ударить на 2 и убить нас, и второй раз ударил на 1, а не на 2, мог нас убить, короче. Ну вот этим он нам подарил победу, так мы бы могли легко проиграть. Ну я 1 балл лишний потратил такие. Вот на 2 он нас пробил, 1 балл у него остался. Раз, два, три, четыре. Блин, ну тоже не прикольно. Мне сейчас мастодонзавр, у него 5 баллов, он мне пробивает буквально за 2. Ну, за 3. Да, 3. 3, а у него 5. У него 2 балла остается. Я его не пробью. Вот ты, блин. А я всего лишь один удар могу выдержать. Представляете себе, какая фигня. 4 удара, давайте будем считать. У него 2 балла осталось. Блин. Вот и вот сейчас решается судьба нашего боя. Эх ты, ё-моё. У него будет 5 баллов. Ой, какие 2 у него будут. Подождите, у него же 2 балла. 2 балла осталось. Сколько нам нужно пробить? Мне нужно бить реально 4. То есть 3 нам не хватит. 3 нам не хватит. Умножить на 3 и умножить на... Какой бонус? 1,4. Блин, забыл. Но... Ну, ребята, надо посмотреть. Давайте посмотрим. Блин, у меня была где-то картинка, ёшкин ты кот, но она же где-то очень далеко. Где ты, моя картинка? Я ее и на телефон сохранял, и она у меня на рабочем столе есть, но сейчас я ее посмотреть просто не смогу. Эти бонусы, бонусы, бонусы. Ай, ладно, что считать? Проигрывать так проигрывать. Да, 3 балла, и мы его не пробьем. Ну вот, то, чего я и говорил. Не хватило. Вот, видите, 3 индораптора, даже несмотря на фору в начале, просто проиграли. И не сказать, что я здесь как-то натупил сильно. Можно было победить, да. Но можно было и легко проиграть. Вот так вот. Так, ну ладно. Мы в любом случае их победим. Давайте возьмем вот уже сбалансированную команду. Вот так вот как-то пойдем. Ну давай. 18 тысяч. Интересно, он подменится или не будет подменяться? Он считает, что не, нифига, типа, да, 18 тысяч, ну, конечно, для Зухариптора это чё. Так, у нас тут ситуация меняется. Все не так, как я хотел. Блин, интересно, пробью я его сейчас? Пробил. А, и я выживу. Я на следующий ход выживу, потому что я Диоморфодон. Я один удар от него по любасу выдержу. У него ж 3. 3, все правильно. У него, скорее всего, сейчас подменится, да. 2, а у меня 2 в защите. Это хорошо. Я еще и вообще по изичу сейчас пробью его. Даже подменюсь ради этого. Принесу в жертву немножко. Вообще с запасом. 19 тысяч урона, ребята. Вот, вот как все легко, если команда выбрана правильно.
только одного животного мы потеряем. Он атакует на 3. Ну и все, и Сегнич, смотрите, как идеально. Даже мы... Эх! Как в шахматы сыграли. 45 косарей урона. Ух! Отличненько. Какая у нас команда 104 уровня Индоминс, ребятки. Поставь лайк, если ты хотел бы, чтобы у Индоминса были такие вот показатели, как сейчас, на 104 уровне. Так, кем будем сражаться? Ну, давайте, ну, вот, как бы, чтобы никого не выкупать, возьмем цыпленочка напоследок. Индораптора трогать уже не будем. Битва двух мутантов. Ну, мы, естественно, бить не будем. И сейчас мы тоже бить не будем. Так, ну, ему нужно атаковать минимум на 3, чтобы нас пробить. Вот 4. Ну, он так и сделает. Так, ну и время кормить Юдончика. Да, он довольно редко выходит у меня на арену почему-то. Так, ну, нас Пахиш не пробьет. Да, ну даже не надо было ставить 2, одного хватило бы. Так, ну а мы его по любасу должны пробивать. У Сегнича там мало жизни. Раз-два он труп. Раз-два, раз-два-три. Магическое число 2. Ну, а, Дейнахейр, да. Выглядит как венценосный журавель, ребята. Кто знает такого, ставим лайк. Ну и все, здесь цыпленку, цыпленок пообедает. Вон такая, такой хавальник у него здоровый. Молодец. Давай, крутись, вертись, суперприз нам попадись. Ну и защити свою территорию, набор нам попался, ребятки. Что-то он как-то так паршиво нарисован, пиксели видно. И нам попалась протостега суперредкая. Ну, такое себе удовольствие. Вот и все, ребятки, на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.